Надо достойно завершить уборку урожая. Хотелось бы, чтобы в будущем году, а мы уже начали сдавать экзамен, те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть. Но это не зря плата, а зарплата. Деньги должны быть заработаны. Районы у вас, в которые вы идете работать, неплохие. Там можно работать. Люди вы абсолютно все перспективны. Очень хотелось бы, чтобы вот это новое поколение, которое вы представляете, руководителей, прижилось. И мы из этого нового поколения, с уровня председателя исполкома, получили конкуренцию наверху. На должностях министров, губернаторов, членов правительства. Я как президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение людей. Я вам тоже открыто это говорю.